праздник глазами детей. Акробаты, жонглеры, гимнасты обучают ребят простым трюкам, учат накладывать грим. В районном культурном комплексе с успехом прошел фестиваль эстрадно-циркового искусства. Маленькие звездочки и подающие надежды большие созвездия артистов цирка из Щелково, Королева и других городов показали, чему научили их педагоги. Клоунада, эквилибристика, пантомима. За каждым номером месяц упорных тренировок. Разнообразие жанров и образов, костюмы и трюки на трехметровой высоте. Волшебный мир цирка заворожил юного зрителя. Сказочный замок, конкурсы рисунков и мастер-классы. Праздник детства в Щелковском парке культуры и отдыха проходит при большом скоплении детей и родителей. Весело звучит музыка и, конечно же, много эмоций на лицах самых маленьких и взрослых. Сегодня праздник детства, но вот это день, когда вот для нас вот свобода. Ну, не знаю даже, когда нам подарки дарят, никак, не на день рождения, на Новый год, а вот в честь того, что мы именно сейчас дети. Для меня праздник детства – это когда дети получают хорошее настроение, к ним приходят там аниматоры, или и они веселятся. Веселые танцы, игры, конкурсы. Победителям вручали призы, билеты на аттракционы. На площадке у эстрады мастера декоративно-прикладного творчества обучали ребят технике энкаустика. Рисунка по деревянным фигуркам, изготовлению подделок из картона и салфеток. Игра «Крестики-нолики». И тут необычные правила. Вместо фишек надо переставлять по клеткам огнетушители. Ко дню, приуроченному Дню защиты детей, соответственно, пропагандируем наше пожарное дело. Ну и лишний раз наполнить детям и их родителям, да, соблюдение требований пожарной безопасности. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних сегодня не на работе, а на празднике. Раздают буклеты, ведут беседы с родителями. Мы считаем своим долгом присутствовать на этом празднике, воспользоваться большим наплывом людей, родителей, которые не очень нас любят ходить на родительские собрания, в школы, еще куда-либо. И сегодня мы готовы проконсультировать родителей, чтобы они принимали серьезнейшие меры обеспечения безопасности своих детей в летнее каникулярное время. Доминантой праздника выбран сказочный замок «Лабиринт». Его по команде ведущего дети украсили рисунками животных, цветов и облаков. Интересно, важно, очень приятно, что у нас такое организовывается. И какой праздник детства без сладостей, квадратики шоколада с солнышком на обертке, что еще надо для полного счастья? День защиты детей в Щелковском районе прошел на ура. Михаил Налетов, Станислав Беляев, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».